Это вот картинка, которую мы купили, работы Владимира Витковского. Она принт на холсте. Поставили вот ее в рамочку. Рамочка стандартная. Мы просто зашли в магазин и ушли с рамочкой. И у нас как бы было видение, куда мы ее поставим. У нас тут вот есть девочка бронзовая, фальконет. Вот, и нам как-то к ней нужна была какая-то компания. Такой классический уголок. И вот мы подумали, что девочка будет в самый раз туда. Это одна девочка, другая. Вот эти две, они ждут рамок. Мы заказали рамки, но там, в общем, надо подождать. Потому что у них прямо сейчас вот нет под рукой того материала, который мы хотели. И то место, где это будет висеть, требует каких-то вот специфических рамок. Поэтому пока так.